Дворец спорта «Кимберлит» в Мирном принял участие в соревновании по хоккею «Золотая шайба» среди детских команд. В этом году за первенство будут бороться 7 дошкольных команд со всего района. На торжественном открытии соревнований побывала Анна Винокурова. Проведение турнира «Золотая шайба» в Алмазном крае давно стало традицией. В течение недели детские команды со всего Мирнинского района будут бороться за звание чемпионов. В нынешних соревнованиях на лед выйдут команды 6 школ города Мирного, а также спортсмены школы номер 3 поселка Чернышевский. На торжественном открытии соревнований хоккеистов приветствовали товарищи по льду. Юная фигуристка Вика Черепанова выступила с произвольной программой. В этот день участников также приветствовали представители спортивного комитета города Мирного, а также культурно-спортивного комплекса «Алроса». Они пожелали хоккеистам показать хорошую игру и, конечно же, удачи. Эти соревнования дают вам возможность проверить себя, проверить свое мастерство, воспитывать вас, воспитывать силу воли, желание победить. Поэтому я очень рад, что мы сегодня открываем, как и в прошлом году, и будем проводить эти соревнования. Турнир «Золотая шайба» проводится по круговой системе, то есть каждая команда будет играть со всеми своими соперниками. Победителем выйдет та команда, у которой по итогам всех встреч будет наименьшее количество очков. Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей состоится 8 ноября.